Приветствую вас. Сегодня делаю макияж вместе с вами и заодно выберем какую-нибудь интересную тему, которую мы обсудим. Начну макияж с тонального крема. Это новинка, обновленный, вот так он выглядит. Обновленный тональный крем антивозрастной. Сейчас у него немножко изменился флакон. Ну, на вид дизайн и изменился, немножечко изменилось вот именно сам состав продукта и его качество. То есть качество не лучше, не хуже, качество такое же, но другое. Вот. Я выбрала для себя слоновую кость. Она немножко мне темновата на зиму, но, в общем, какой-то такой эффект легкого такого все равно загара мне нравится. Но вот, как обычно, я без фильтра, видно с голым лицом, видно все нюансы, которые должны быть хорошо перекрыты. Посмотрим потом эффект. Сейчас я еще сниму браслет, который мне не очень подходит под этот мой образ. Сегодня без браслета. Вот кисть. Понравился. Мне и предыдущий тональный крем очень нравился. И он был, мне кажется, вообще самый популярный среди всех, антивозрастной. Но вот сейчас после того, как сменился дизайн и... Ну, чуть-чуть сменился дизайн. Можно даже не заметить, что он сменился. Крышечка стала вот такая вот золотая. И упаковка, она была раньше... Насколько я припоминаю, матовая. Сейчас посмотрим. Да, был флакон вот такой вот матовый. А сейчас флакон блестящий. Вот и все различия на внешний вид. То есть можно и не заметить. Нравится мне его покрывающая способность, не нужно никаких дополнительных, ну, можно обойтись, вернее, без дополнительной коррекции, маскировки. Вот видите, хорошо покрывает. Если потом еще легкий второй слой нанести, то вообще отлично будет. Как обычно, я заранее предупреждаю, что я работаю в салоне. В любой момент может прийти клиент. Когда приходит клиент, я свой прямой эфир отключаю. Ну, приходится мне отключаться. По-другому никак. Вот. И я напишу под той частью видео, которая уже отснята, какую-то информацию, когда выложу в ленту, и, скорее всего, выкладываю потом еще следом одно фото с результатом макияжа. Вот, поэтому вот так. Но иногда записываю, когда у меня получается, вот такая ситуация складывается, что клиент пришел, как поговорил, что-то спросил и ушел, а я отключилась. Тогда я записываю вторую часть. Бывает видео в двух частях, у меня очень часто. Вот, ну посмотрите, ну отличная покрывающая способность, прекрасная. Вокруг глаз я не наношу тональный крем, как вы смогли заметить. Вокруг глаз я нанесу консилер. Jordan in Gold. Так, немножко тонального крема у меня осталось на руке. Ну, я, скорее всего, его еще попользую, использую. Так, дальше консилер. Очень люблю его. Этот у меня уже стерся. В постоянном использовании так выглядит более новый вариант. Он тоже сейчас часто бывает со скидками. Вот не знаю почему. Возможно, хотят заменить его на что-то другое. Если будет скидка, вот такая очень выгодная, обязательно закуплю себе
оба оттенка, потому что очень мне нравится. Второй оттенок посветлее, этот оттенок пожелтее, и он как раз очень подходит к слоновой кости. А тот оттенок, первый, светлый, он хорошо подходит к фарфоровому, к ванильному, ну вот к этим вот светлым оттенкам тонального крема. Ну а что, ну о чем мы с вами сегодня поговорим? Я предлагаю поговорить часто в последнее время я затрагиваю тему выгодного шопинга и хочу ее же и продолжить. То есть выгодный шопинг, что это такое? Это дополнительная скидка от обычной цены или от цены уже со скидкой. Выгодный шопинг – это когда есть программа лояльности, то есть начисляются, ну, как-то учитываются баллы закупок, да, и вот они складываются, так постепенно складываются, и потом можно из общего количества баллов выбрать какой-то себе подарок. Ну и другие бонусы различные существуют. Вот. И я хочу сказать конкретно про ту компанию, с которой я сотрудничаю, про Oriflame. Очень многие, когда вот я предлагаю, пример приведу вам. Очень часто, почти всегда, когда у меня клиент хочет что-то заказать, я предлагаю оформить дисконт. И я заметила, что люди не очень охотно оформляют его, потому что есть какие-то страхи. Есть страхи, что придется что-то делать. Ну, будет какая-то обязаловка. И придется, хочешь, не хочешь, делать заказы на какую-то определенную сумму, делать их постоянно, каждый каталог, а каждый каталог у нас новый 3 недели. Каждые 3 недели новый каталог. То есть, и вот люди боятся и даже не хотят вот послушать какую-то дополнительную информацию, узнать, просто узнать, ведь она же ведь бесплатная информация. В чем их выгода? Вот какой-то присутствует, не знаю, страх, что или попасть в какую-то финансовую пирамиду, или я не знаю, правда. Значит, никаких обязательных закупок и обязательных вложений денег и обязательных продаж кому-то в той компании, с которой я сотрудничаю, а это компания Oriflame, нет, отсутствуют. Можно покупать только для себя. Можно покупать только тогда, когда у вас есть такая необходимость в покупке. Без обязательств, без дополнительных условий. То есть, понимаете, это вот как дисконт, да, в магазине вам дают карту дисконта, и вы ей пользуетесь. То есть, когда вы приходите в этот магазин, вы что-то покупаете, у вас есть ваша личная скидка, потому что у вас есть оформлена эта карточка дисконта, и вы ей пользуетесь. Не хотите? Идете в другой магазин. Но если вам нравится эта продукция,
именно вот этой компании вы приходите в тот же самый магазин, который вам нравится как-то какое там обслуживание, вам нравится качество продукции, вам нравится дополнительное внимание, какие-то подарочки дополнительные, да? И вы идете в этот магазин и покупаете тот продукт, который вы хотите купить, но он с дополнительной скидкой. То есть вы экономите свой собственный бюджет, вы экономите бюджет своей семьи и при этом получаете еще подарки. Но мне кажется, что может быть выгоднее и интереснее? Но это же намного выгоднее, чем покупать у кого-то, просить, чтобы вам принесли, заплатить за полную стоимость, не получить ни скидки, ни подарка. И все почему? Потому что присутствует какой-то, не знаю, странный страх. Странный страх, что... Ну, я не могу даже до конца объяснить. Вот, может быть, вы напишите в комментарии мне, пожалуйста, почему, если вот вы также относитесь к этому, почему? Давайте подискутируем на эту тему. Давайте пообщаемся на эту тему. Я вам свое мнение расскажу, а вы мне свое. В общем, получив номер в компании, вы можете получать качественный продукт, покупать качественную продукцию по очень выгодным, интересным ценам. Вот так. Мне кажется, я немножко сейчас потом я в записи посмотрю, может быть, я не затянула. Сейчас мне кажется, я что-то я затянула вот эту вот это, тему, как будто бы говорю одно и то же, да потому же, не знаю. Но вообще одно и то же, да потому же приходится говорить, потому что вот удивляет вот эта ситуация, когда я предлагаю, ну вот, допустим, женщина хочет, моя клиентка, заказать тональную туалетную воду, да, из каталога. В это время идет акция, я предлагаю оформить для себя дисконт, оформите дисконт, у вас будет свой собственный номер, на него я помогу вам оформить заказ, вы получите эту тональную, да что такое, туалетную воду, вы получите со скидкой 20 или либо 25% и... получите в подарок еще одну туалетную воду, другую. Нет, не хочу. Просто выпиши мне, и я закажу вот именно по цене каталога. Почему? Почему бы не сэкономить деньги? Почему бы не выписать вот этот вот, не оформить свой собственный номер? Потом иногда заходить на сайт компании и смотреть какие-то предложения. Какие есть вот предложения? Вот подходит мне это предложение? Надо мне это сейчас, что компания предлагает? Отлично, надо, я закажу. У меня есть моя 25% скидка. Я сэкономлю так прилично. А это получается, я не знаю, 25%, конечно, оно как бы ни о чем, да, вот так вот, 25% и 25%. А давайте попробуем, допустим, туалетная вода стоит, парфюмерная вода стоит 1000. 1000 рублей по цене каталога уже со скидкой. То есть 25% – это 250 рублей. И вы получаете туалетную воду вместо 1000 рублей за 750. Получаете еще какое-то там начисление вот этих вот баллов. Ну, там разные акции, разные ситуации. Либо получаете какой-то подарок. Ну, это разве не выгодно? Это выгодно?
Я не отказываюсь ни от каких дисконтов, если мне предлагают в магазине, допустим, оформите карточку. Пожалуйста, пусть эта карточка у меня будет. В следующий раз я зайду в этот магазин, что-то выберу для себя, дам карточку, и у меня будет дополнительная скидка. Даже если она будет небольшая. Даже если она будет небольшая, не 25%, а 3%, 5%, 10%. Это же выгодно, это же экономно. То есть экономим бюджет. Как может женщина, хозяйка, не хотеть сэкономить бюджет? Ну вот расскажите мне, напишите мне ваше мнение. Скорее всего, я так понимаю, что вот боятся люди все-таки... Нет, ничего не боятся. Ну вот что можно бояться? Я считаю, знаете, что скажу вам честно, никакой боязни тут нету. Тут... Просто какая-то, извиняюсь, если кого-то обижу, лень. Вот лень. Неохота разбираться, неохота вникать, неохота там на какие-то сайты куда-то входить, запоминать, значит, вот этот вот номер свой, да, где-то его, или записывать для того, чтобы зайти на этот сайт потом и посмотреть какие-то акции, скидки, выгодные предложения. Ну, девочки, ну, если мы не будем... экономить свой бюджет, то кто же его будет экономить за нас? Вот не идут мне широкие брови. Если я увлекусь с бровями, если я увлекусь, то я вот прям... Меня не остановить, как говорится. Но широкие брови мне не идут. Вот смотрю в зеркало, совсем другой вид. Смотрю на видео, и аж прям страшно становится от широты моих бровей. Так, ну, в общем, вот, в принципе, вот эта вот тема меня интересует. Когда я предлагаю оформить номер VIP-клиента, есть два статуса. Два статуса – VIP-клиент и бренд-партнер. VIP-клиент – бесплатно нужен ваш номер телефона, чтобы пришел код активации, и нужен ваш адрес, ну, имя, фамилия, естественно, ваш адрес, на который вы будете получать заказ. Все, ничего больше не надо. Если вы оформляете заказ на определенную сумму, не очень большую, для Грузии это всего лишь 40 лари, то вам приходит ваш заказ бесплатно. То есть даже транспортировку оплачивает компания. Она вам дарит вот эту вот сумму транспортировки. Дарит, вы получаете бесплатный каталог. Вы получаете дополнительную 10% скидку. Это VIP-клиент. Вы получаете включение в программу лояльности. Программа лояльности – это... накопление баллов, то есть когда вы сделаете заказ, ну, то в течение полугода баллы накапливаются, потом вы их меняете на подарки. Подарки отличные, за накопление там 200 баллов идут туалетные воды, то есть выбирайте туалетную воду для себя, там Эклат Мадмуазель, мужская вода, по-моему, Дима Билана, сейчас я точно не помню, но вот мне кажется, я не ошибаюсь. Вот, накапливаете 50 баллов, можете менять 100 баллов, можете менять 100 баллов, там помада, подводка, тушь для ресниц. Очень хорошие подарки. Ну, как можно отказываться от оформления VIP-клиента? Если у кого-то из вас возникло желание попробовать все-таки, обращайтесь ко мне, я пришлю вам онлайн-каталог, и мы с вами, если у вас возникнут какие-то вопросы или желание что-то заказать, то мы с вами оформим заказ, оформим этот номер VIP-клиента. Я помогу вам со всеми вот этими нюансами оформления и не буду никогда вас третировать какой-то своей дополнительной информацией, что вот купи, посмотри, то я просто буду вам давать информацию о том, что какую акцию объявила компания. Все. Вот я вам пришлю смс, вы его посмотрите, заинтересовались, делаем заказ по вашему запросу. Не заинтересовались, не делаем заказ, живем себе дальше спокойно и счастливо. Бренд-партнер.
Бренд-партнер, вот не могу и краситься, и разговаривать, вот такие все-таки, тема такая очень животрепещущая и требует вот моего внимания, чтобы рассказывать. Вот, и значит, бренд-партнер, если вы оформили скидку бренд-партнера, это не значит, что вы обязаны быть, продавать и вот чем-то вот таким-то организовывать товарооборот компании. Не обязаны. Вы также можете быть просто VIP-клиентом, но скидка у вас будет 25%. Скидка у вас будет 25%. У вас будет возможность участвовать в стартовой программе, первые 4 каталога, там шикарные подарки при условии выполнения условий. То есть в том случае вы получите подарок, если вы выполните условия. Если вы не выполните условия, ничего не теряете, просто не получаете подарок. Ваша 25% скидка вместе с вами. Вот. Но бренд-партнера скидку 25% мы единожды оплачиваем членство, вступление вот в это бренд-партнерство. В Грузии это стоит 25 лари, в вашей стране я вам по вашему запросу расскажу все. Вот уточню. Единожды оплачиваем и пожизненная скидка 25%. Без обязательств. Хотите получать подарки, хотите получать бонусы, хотите участвовать во всех акциях, выполняйте определенные условия. Свой личный товарооборот на небольшую сумму и какие-то вот определенные дополнительные условия на подарки. Подарки шикарные, это и техника бытовая, и поездки, и денежные бонусы, и аксессуары очень хорошие, такие дорогостоящие. Но это при желании, то есть никаких обязаловок. Значит, если у вас у кого-то возникло желание узнать что-то поподробнее, обращайтесь. У бренд-партнера есть возможность строить бизнес с компанией Oriflame при желании. Бизнес и зарабатывать на этом либо дополнительный доход, который, допустим, покроет ваши все расходы на косметику. То есть вам косметика будет бесплатно, хорошего качества косметика в любом количестве, так скажем, да, вы на это заработаете. Либо дополнительный доход, как бы к дополнительной вашей основной работе, либо можно вообще так хорошо построить свою сеть, что основную работу, если она вам обрыдла уже, не мила, оставить, а заниматься только этим. Вот я, например, занимаюсь только бизнесом с компанией Oriflame. И уже много лет, уже лет 17. У меня доходы только от Oriflame. И я очень довольна тем, что я работаю в сфере красоты, что я работаю с компанией, которая стабильная, которая надежная, которая мне платит каждые 3 недели. На мой счет в банке перечисляются бонусы, которые я зарабатываю. Хорошо поработаю, хорошо получу. Мало поработаю, ну на кого обижаться? Ну, мало получу. Но возможности как бы заработка потолка нету. Поэтому, если вас интересует бизнес компании Oriflame, я тоже могу об этом вам рассказать, поделиться своим опытом. Румяна очень освежают внешний вид. Прям очень. Знаете, придают такого какой-то здорового вида розовенького вида. Вот, так что, в общем-то, это все, о чем я хотела сегодня сказать. Мне кажется, у меня получилось немножко сумбурно. Я не знаю, обычно я не готовлюсь специально как-то, чтобы вот говорить четко по делу и вот так вот, чтобы вот держать ваше внимание. Не знаю, я за комфорт, я вообще за такие естественные отношения.
Поэтому вот, что знаю, рассказываю, рассказываю, как знаю, в своем стиле, без масок. Вот, пожалуйста, снимаю видео, не пытаюсь кого-то ввести в заблуждение. И вот я человек реальный, как видите, 52-летний, с 17-летним опытом сотрудничества с компанией, с знаниями об уходе за лицом, о макияже. Делюсь с удовольствием всем, что знаю. Если вам комфортны мои видео, пожалуйста, слушайте. Если они для вас информативны, ставьте. Мне нравится. Это вот прям обязательно. Ставьте, мне нравится, вот прям в начале видео. Начали смотреть видео того блогера, который вам нравится, и ставьте сразу сначала лайк, а потом уже смотрите, потому что без этого вообще никак работать невозможно в интернете без реакций, без лайков, без сердечек, без комментариев. Ну, это, во-первых, конечно, и обратная связь. Понятно, да? Вот я от вас очень жду сейчас обратной связи. Для того, чтобы узнать ваше мнение, почему, если у вас еще нет номера в компании Oriflame, почему нет, чего вы боитесь? Если после этого видео у вас возникло желание все-таки оформить свой номер в компании, который вас ни к чему не обязывает. Но единственное, как бы, если он у вас не активный долгое время, если VIP-клиент, вот бесплатная, да, которая 10% скидка, там, по-моему, 3-4 месяца неактивно, то есть вы ничего не заказываете, номер аннулируется, но он бесплатный, вы его потом, когда захотите, еще раз оформите. Почему аннулируется? Чтобы не было этого, ну, не разрасталось вот это вот количество неактивных номеров в компании. Ну зачем это затруднит просто даже работу элементарно в этом, в сети? Работу сайта затруднит количество не этих вот неактивных номеров. Вот. А если вы оформили этого бренд-партнера, то есть платную себе подписку, то вы и сделали один заказ. Потом в течение года, если вы ничего не делаете, номер тоже аннулируется. Если вы сделаете в течение года, даже вот прошло, да, допустим, 12 месяцев, один заказик небольшой, неважно на какую сумму, то есть у вас эта активность проявилась на вашем номере, все, потом от этой активности еще целый год. Ну, не знаю, как можно год не заказывать. Вот каждый каталог 3 недели, и выходит новый каталог, и каждые 3 недели у меня возникает. Я смотрю новый каталог, и мне вот из каждого каталога мне есть что заказать. Почему? Не потому, что я такая ненасытная, а потому что косметика и средства гигиены, и парфюм – это все такое, что заканчивается. Это все ежедневного использования, и поэтому оно быстро заканчивается. И требует как бы обновления. Ну вот. Можете писать вопрос по макияжу, по уходу за лицом, по бизнесу, по оформлению скидки VIP-клиента, по оформлению бренд-партнера, по какой-то любой продукции. Даже если вы, вот, например, вы смотрите меня на YouTube, вот это видео, да, и если я его сохраню еще, если получится Инстаграм сохранить это видео, обязательно выложу на YouTube. Вы смотрите на YouTube, и у вас уже есть свой собственный номер, и вы уже зарегистрированы где-то, и закупаете для себя продукцию, но у вас нет вот этого человека, нет вашего спонсора, или вот который вас пригласил, и который сможет вам подсказать, значит, что-то там, либо по правильному выбору, да, какого-то продукта из каталога, вот может вам подсказать. То
то вы можете обратиться ко мне. И даже если у вас есть собственный номер в компании, все равно, и вы не в моей структуре, я все равно на ваш вопрос отвечу и расскажу вам, и покажу, и подскажу, по крайней мере, то, что я знаю. Вот, сегодня, ну, в общем, я вот этой вот палеточкой попользовалась. Сегодня хочу очень какой-то нежный глаз, макияж. И для этого я, наверное, я вот думаю, может мне сделать вот таким вот я. Это тени мусс. И вот ими я сегодня попользуюсь. Они очень стойкие. Так, сейчас я кисточка у меня есть для этих теней. Вот. Так что оформляйте номер VIP-клиента. Шопинг будет выгодный и комфортный. У себя дома, держа в руках телефон, вы сможете зайти на сайт компании, свой набрать номер VIP-клиента и сделать заказ с доставкой на дом. Так, карандаш потерял. Карандаш. Сделать заказ с доставкой на дом. В общем, а вот он. Оплатить его удобным для вас способом. Способов есть там, по-моему, целых 4. И будет вам счастье. Все, с моим макияжем сейчас немножко ресницы, губы и достаточно. Захотелось какой-то легкости сегодня в макияже. Пишите вопросы, пишите комментарии на эту тему, которую мы сегодня с вами обсудили. Все, кто будет смотреть в записи, пишите потом вопросы вот под этим видео в комментариях. Так, ну что сделать мне сегодня? Вот такую помаду. Не Oriflame, Maybelline подарили мне помаду. Она очень стойкая. Яркая, стойкая. Пишите, любите вы такие помады, которые стойкие и которые матовые? Матовые помады я вообще люблю, такие шелковистые помады. Но вот это совсем матовая. Мне кажется, мне матовая не очень идет. Мне идет такое полупрозрачное, с легким таким шелковистым блеском. Но иногда хочется, знаете, того, что тебе не подходит. Но хочется. Пишите, идет мне эта помада, нет? Maybelline.
Я думаю, что к такой помадке мне вот такие вот румяна очень подойдут. Сейчас я чуть-чуть подбавлю румян. Вот такие. Так, ну думаю, что пудрочку, немножко пудрочки и все. И мой сегодняшний макияж готов. Так, теперь пудру какую? Так, это румяна. Не вижу пудру, сделаю такую рассыпчатую. Рассыпчатая она белая, транспарантная, то есть она только матирует, не дает никакого оттенка, а мне никакой оттенок не нужен. Она только матирует и все. Обязательно сейчас выложу, когда это видео, прикреплю ссылку на каталог. Вообще-то, на действующий каталог вы сможете его полистать, и если есть какие-то вопросы, обращайтесь по каталогу, по заказу, по продукции. А вообще в Инстаграм, в моей шапке профиля, то есть под фамилией, да, наверху, где идет описание, там есть ссылка на действующий каталог. Всегда можно зайти, посмотреть, полистать. Ну все, на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Пока.